способность к агрессии, к насилию, а это прежде всего имеет место у тех людей, которые имеют низкий эмоциональный интеллект, имеют, у них отсутствие эмпатии, отсутствие чувственной боли другого, как свою. Это люди, которые, дети, которые часто зациклены на своих установках и слепы к ощущениям других. Это дети с эмоциональной тупостью определенной. Это дети часто, не говорю уж прямо, такие с аутистическими установками, которые формируются часто на основании аддикций, в частности, интернет-аддикции, интернет-зависимости. И процент таких детей будет расти. И вот возникает вопрос, каким образом можно выявлять лиц с низким эмоциональным интеллектом, с лиц, которые имеют установки к агрессии, которые имеют очень такие простые способы решения проблем. Ну, понятно, какие, вплоть до радикальных. Прямо скажу, это можно выявить в процессе поведенческого анализа. Есть специальные занятия, где организуется общение между учениками, и на этих занятиях делается объективная оценка того, каким образом себя ведет ученик при контакте, при общении. И если это проводить периодически, то формируется правильная объективная информация об эмоциональном интеллекте. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности.